Перевод «Мегапыхарь». Закадровый текст читают Dead Snow и Dendy 504. Я согласен, что это будут несколько дорогие блюда, и потому подходящие для помещиков, которые, пожрав уже большую часть родителей, по-видимому, имеют полное право и на их потомство. Джонатан Свифт. Скромное предложение. Dos de bistec y dos de fajita ranchera sin cilantro. ¿Para llevar? Sí. ¿Algo a tomar? No, gracias. ¿Es todo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Мясники. Остановите убийство! 19 октября 2011 года, Сан-Антонио, Техас. Животные тоже люди! Надеюсь, вы подавитесь костями! Мистер и мисс Гаверс, как вы, сэр? Барби-шлюшка. О, я ее обожаю. Ничего не могу с собой поделать. Она делала мне миньет на стоянке перед школой. Ей нельзя здесь находиться. Пошла отсюда, мокрощелка.
Простите? Отвали, чувак. Это что-то вроде криминальной вечеринки, именинник. Это плохо закончится. О, я знаю. Это не лучшая вечеринка. Иногда она выручает моих друзей. Настоящий секс. Такое бывает только раз в жизни. Сенатор, рад вас видеть. Спасибо за вашу поддержку. Это твоя жизнь, чувачок. Если что-то хочешь сделать, то не делаешь. Ты девчонка. Гонсалес назвал недавний всплеск похищений молодых девушек в Сан-Антонио случайностью и ушел от ответа. Почему нет? Назови мне хоть одну причину. Ты знаешь, чего ты хочешь. Ты просто цыпленок. Девчонка. Ты хоть знаешь, о чем разговор? Все потому, что я бы не согласился на секс втроем с ней и каким-то левым парнем, которого она нашла в интернете. Значит, надежда есть. Что? Жизнь дерьмо, а потом ты умираешь. И я не хочу читать о дерьме в какой-то книге. Я хочу сама срать. О, я уверена, что мы все тобой будем гордиться. Отсоси, сучка. Это свободная страна, я могу делать все, что хочу. Майк, сделай что-нибудь. Влепи ей пощечину, все что угодно. Эй, Кенни. Ничего не бывает бесплатно. И ты, блядь, не забывай об этом, малыш Кенни. Я тебя знаю. Я видел тебя раньше. Ага. На маскараде в Белом доме. Ты сказал, что очень торопишься. Ты уже слишком взрослый, чтобы мамка шлепала тебя по заднице. Мистер модные штанцы. Ну? Ты в курсе, чего надо? Конечно. Держись подальше от неприятностей. Это все ее игры. Так в чем же дело? Я не знаю, просто иди с ним, да? Что бы ни произошло, хорошее или плохое. Кто-то закинулся экстази? Не знаю. Сизи, это твой парень? Почему твоя сеструха вечно цепляет ботаников? А почему каждый раз, когда я с тобой, ты втягиваешь меня в неприятности? Потому что ты кретин. Да и кроме того, живем-то всего раз. Да, и однажды ты тоже умрешь. Блин, дерьмо. Я тебя тоже люблю. Чувак, вот дерьмо, ну вот опять. Валим, валим. Ладно, я тебе перезвоню. Ребят, что, черт возьми, давай, давай, да? Отсосите, достали, суки. Я тебя сейчас достану. Идите нахер, сучки. Я прострелю твою странную башку, твою мать! А вот нехуй им было хватать меня за задницу! Барби, что ты сделала? Да пошли вы! Охрененно круто! Охереть, как круто! Смотри на дорогу! И какое, мать его, я правило нарушила? Я хочу эту сучку. Эта сучка моя. Это будет охеренно эпично. Давай страхнем эту сучку. Врешаем. Отец выбьет из меня все дерьмо голыми руками. Забей на это дерьмо. Вперед! Нахер, чувак, нахер, нахер. Мне насрать. Вау, они за нами. Да. Чувак, дави его.
Давай, 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 жми! Кенни, ты можешь херам расслабиться? Что они делают? Они нас давят. Дерьмо. Быстрее, давай, жми! Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Дави его! Черт! Я еду быстро, как могу. Чувак, я ненавижу твою гребаную тачку. Быстрее! Мечтайте, суки! Прекрати! Дай потискать сиськи, детка! Обожаю! Обожаю! Титьки! Да, сука! Ты труп! Нет, нет, нет! Вот дерьмо! Они сбили. Думаю, это собака. Эй, они преследуют нас. Вот дерьмо. Это нехорошо. Это нехорошо. Это очень плохо. Ладно, Кенни, чувачок, выключай свет и сворачивай вправо. Давай. Я не хочу умирать. Сейчас, сейчас! Да не ссы ты, никто не умрет. Думаешь, они нас потеряли? Эй, привет, ребята. Простите за собаку. Это все из-за той тёлки, и это был несчастный случай. И вообще, как думаешь, за сколько ты купишь новую собаку и вроде новый бампер? Эй, тайм-аут, ребята! Остыньте, ладно? Никто не должен пострадать. Слушай, я звоню 911, порядок? Все будет хорошо. Ай! Чу... Какого хера ты творишь, чувак? Отъебись! От... Чувак, я даже не был за рулем. Это был он. Я не чувствую своих ног. Я думаю, я парализован. Чувачок. Хватит звать меня чувачком. Мы от них оторвались. Давайте просто ехать, пока не доберемся до цивилизации, хорошо? Проблемы, пацаны? Ага, и огромные. Ёбаные туристы! Ты видел его глаза? Я ненавижу боль. Я все время думаю об этом. Я думаю о всяких способах, какими я не хочу умирать. Иногда я думаю о том, что было бы, если бы террористы отрезали мне голову электрическими ножницами. Майки, прекрати! Что? Я просто говорю, ладно. Все в порядке. Все в порядке. Я понятия не имею, где мы находимся. А разве это не GPS? Или как его там? Смотри, это шоссе. Мы знаем, где находимся. Все будет хорошо, братишка, поверь мне. Все кончено. Хорошо. Спасибо. Мы едем домой. Но существуют реально плохие парни. Я слышал об этих парнях. Они Майки, могут переломать прекрати. Все кости, а потом еще и прикончить. Я же говорю, мы оторвались. Это было сильно.
Вот дерьмо. Дерьмо. Блядь. Майки, ты в порядке? Что они делают? Ебать, мы попали. О боже, заводи тачку. Твою ж мать, не заводится, заводи тачку, не заводится. Твою ж мать. Ты в порядке? Стопудово. Дерьмо собачье. Давай, надо уходить. Порядок. Мы их оставим на закуску. Она выглядит лакомым кусочком. Не кусать, не царапать. Какого хуя? Я прав, и ты это знаешь. Мы же не сбивали их ебанутую собаку, это полная чушь. Кенни, нет, пойдем. Оставь эту тупицу. Да пошла ты, сука. Они ничего нам не сделают. Какого хуя, приятель? Вот дерьмо. Стой. Сюда. Пойдем. Нахуй! Не буду убегать! Они нас поймают! Ты лучше подумай, что ты будешь делать! Я не собираюсь ждать, когда мне переломают ноги! Заплати им! У твоих родаков куча денег! Заплати им, сколько попросят! Ты серьезно? Какое тебе дело? Это глупо! Ну да! Пойдем! Я, блядь, остаюсь здесь! Пошли! Не будь девчонкой! Знаешь что? Ты права! Я цыпленок, пофиг. Кенни. Сыкло. Привет. Слушай, я прошу прощения за вашу гребаную собаку. Это была другая тачка, понимаешь? Я мудак. Блять, мне надо сменить моего ебучего оператора. Сан-Антонио, 911. Алло, да? За нами гонятся какие-то ребята. Мэм? Они протаранили нашу машину на дороге. Мне кажется, они хотят нас убить. Где вы находитесь? Нет, я понятия не имею, где мы находимся.
мэм. Отпусти меня, уёбок! Отвали! Отвали от меня! Кенни, вставай, пожалуйста! Те парни, они не наши друзья! Это не то, что вы думаете! Урод! Ну что, какие ощущения, а? Совсем как девчонка. О как! Ой! Где этот кусок мяса? А с хуя ли я знаю? Вы меня слышите? Пожалуйста! Эй, хотите печеньку, а? Стой, стой, стой! Я не успеваю. Слушайте, эй, у меня есть печенюшки. Давайте я вам... Подожди. Подожди, мне 17. Сегодня мой день рождения. Это же халява. Мужик, мои родаки при деньгах. Они обожают мою задницу. Расскажи мне о своих друзьях. Что? Приятно было познакомиться. Да. Нет, прекрати. Нет, 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 прошу. Нет. Нет, 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 ты слишком далеко зашел. Нет. Нет, ты зашел слишком далеко. Да. Что, если они нас поймают? Что нам делать? Что нам делать? Заткнись. Мне страшно. Мне очень страшно. Да? Да, алло. Да, пожалуйста, поторопитесь. Где вы находитесь, мэм? Я не знаю. Здесь нет... Здесь нигде нет уличных знаков. Мэм? Мэм, вы в порядке? Мэм? Нет. Пожалуйста, ответьте. Пожалуйста, ответьте. Пожалуйста, ответьте, если вы меня слышите. Майки? Майки! Майки, давай, надо уходить! Давай, надо уходить, пойдем! Не дай им поймать себя. Пожалуйста, я не брошу тебя здесь. Я ничего не вижу. Подожди, Майки, я люблю тебя. Ну я, черт побери. А ты что за черт? Все хорошо. Все хорошо. Я вас достану, всех вас. Нет, 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 это круто. Это круто. Смотри, вот, это тебе. Нет. У тебя будет все, что захочешь. Ну и где это мясо?
такое? Сука! Никакие странные кошки не спасут твою задницу, и знаешь почему? Знаешь, чем ты пахнешь? Ты пахнешь, как блядские твинки. Твинки. Я найду тебя, твинки. Я тебя вынюхаю. Сука! Ты думаешь, что выберешься отсюда? Да никогда в жизни. Горячий? Ты ведь не сделаешь мне больно. Отпусти меня. Что ты задумал? Стойте! Стойте! Подождите! Подождите.
Девчушечка. Чего уставилась, мамуля? Помогите мне, пожалуйста. Нет, стойте. Подождите. Стойте, стойте, подождите. Мне надоело играть в прятки. Расслабься. Я не сделаю тебе больно. Да ты в натуре переела шпината с устрицей. Ты ж наверняка обожаешь овощи. Ух ты. Дом Фанни. Четвертый этаж. Сообщили, что девушку из движущегося транспортного средства полиция Сан-Антонио задержала, а потом отпустила чилийского дипломата.
По предварительным данным, была предпринята попытка хирургическим путем удалить жизненно важные органы жертвы до того, как ее выбросили из автомобиля. Господин, имеющий дипломатический иммунитет, был в Сан-Антонио на панамериканской торговой конференции. Тебе никуда отсюда не деться. Одна птичка нашептала мне, что ты хитрая девчонка. Это правда? Ты хитрая девчонка. Эй! Твинки, 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 твинки! Любишь маленьких детей? А? Маленьких. Крошечных младенцев. Твинки, 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 твинки! Я доволен. Я получу неплохие бабки за это мясо. Эй, это типа ты ее поймал, что ли? Знаешь, Олли, однажды ты превратишься в чудовище, а ты, значит, ебучий кролик? Сейчас не время обсуждать это дерьмо. Если вам нужны милые девушки, то я знакома со многими такими. Кто тебя назначил главным? Вот что мы имеем. Это дерьмо токсичное. Ты ведь ее знаешь, верно? Достаточно этого дерьма. И ты уже словишь невъебенный приход. Чур, я первый. Эй, приход, это круто. Сейчас не до прихода. Если вы не можете подождать нормального дерьма, то она... Нахер ваша? Ну чё, малыш, вышла? Вышла, малыш, вышла? Это не круто, не круто. Отвали от меня, уёбок! Трахнем эту шмару, чувак. Я бы вам всем отсосала, но теперь забудьте об этом. Ну, посмотрим, что она умеет. Что? Ты педик? Отвали, уёбок! Ёбаный наркоша. Это отвратительно. Хватит. Стой. Хватит. У меня динамит. Я выхожу. Перекройте ей выход. Перекройте ей выход.
Эй, произошла ошибка. Знаю, это выглядит плохо. Я просто пытаюсь тебе помочь. Отойдите назад! У тебя короткий запал. Ты нравишься Бенни. Ладно, девчоночка. Освободите ей проход, наркоши. Уходи. Иди. Уходи. Лови ее. Ням-ням-ням. Ты моя детка. Твинки. Оставайся на месте. Да. Давай. Сейчас. Помогите! Помогите! На помощь! Это не та девчонка? Помогите! Это она, я именно ее и искал. Ты ее видел? Не стоит связываться с этими парнями. Ты и сам это знаешь. Они убили моего брата! Они убили моего брата? Черт возьми, мужик! Она звонила 911! Ты знаешь, что они с ней сделают? Какого черта ты уставился? Слушай сюда, у меня жена, бывшая жена и еще два ребенка. Мы забудем то, что здесь видели. Умоляю, помогите! Умоляю! Я вас вижу! Пожалуйста, помогите! Ты меня понял? Да, понял. Пожалуйста! Не нравится мне это. Не ввязываемся в это дерьмо. Я вас видела! Поехали. Вот так оно и бывает. Давай, приятель. Ах, Макси, ты такой милый. Стой. Что? Да, становится холодновато. Ты любишь секс, верно? Со своим приятелем? Сколько хотите за собаку? Он не продается. Кто это за собака? Это мой малыш. Иди к черту. Ты вегетарианка. Почему бы нам не поговорить о тебе? Чем ты занимаешься? Как тебя зовут? Иди сюда. Какого черта вы делаете? Я хочу его погладить. Отойди от него! Бесполезная ебучая кошелка. Какого хрена ты делаешь с моей собакой? Верни мне мою собаку! Эй, залупа! Членоголовые. Какого черта ты творишь? Убил бы тебя нахуй. Верни мне мою собаку! Она идет. Она, блядь, идет. Не сейчас, верно, дружочек? Какого черта ты творишь? Я, блядь, тебе не дружочек. Нехуй звать меня дружочком. Эй! Верни мне собаку! Макс! Дьявол! Что?
выметайтесь из машины. Как дела, док? О, теперь он возомнил себя комиком. Давай, пошли. Где мы? Пошли, 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 пошли. Где мы? Пошли. Не трогай меня. Пошла. Боже, ты это что-то. Что за хуйню ты задумал, толстяк? И что ты будешь делать? Почему бы вам, толпоящеры, не остаться там? Да иди ты нахуй, мужик. Полегче на поворотах, членомордый. Пойдем. Не-не-не, иди сюда, сюда иди. Почему бы тебе не притормозить? Стой. Эй, это дерьмо. Мы загнали этот мусор. О, я, блядь, сейчас заплачу. Новичок, может, подкатишь сюда на секундочку? Она моя, она, блядь, моя. А он, сука, уходит. Я тоже тебя люблю. Пойдем, принцесса. А вы все говноеды. Поцелуйте меня в рубиново-красную. Это не круто. Нихуя не круто. Ладно, идем сюда. Спускаемся. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Добро пожаловать домой, детка. Ты ж не собираешься выебываться? Пошла. Раз, два. Раз, два. Шагай. Шагай. Пошла. Извини, я тут ни при чем, клянусь. Давай я позвоню отцу. Завали хлебала. Шеф, умоляю. Сраный мудак! Вернись! Вытащи меня отсюда! Я сейчас не поработаю, лады? Я съел твою мать на свое дне рождения, долбоёб. Черт возьми! Черт! Это все ты виноват. Ты. Ты. В чем дело? Получай, уткожоп. Эй, черт, шел отсюда. Шел. Срань. Ну, что тут за маленькая пидораска? Не напрягайся. Мы не желаем ничего плохого. Раздвигай, расслабься. Поднимаем. Вот так. Разве это не здорово? Тебе следовало подумать дважды, прежде чем шляться по округе. Сейчас будет малость холодно на ощупь. Расслабься. Вздохни поглубже. Держи. Ну вот. Все не так уж плохо, верно? Эмпхэт вышел из-под контроля. Никогда не стой позади меня, когда я работаю. Долбоеб ты сраный. Отстаньте от нее, засранцы! Вы долбанные засранцы!
Ого-го, это она, это она. Придурок. Что это за поебень? Ты что, глухой? Неграмотный? Или постарел? Без очков не видишь? Ты, блядь, думаешь, что говоришь? Не таскай мясо сюда! Я с тебя охуеваю. Ты на что смотришь, дорогуша, а? Отсюда не сбежишь. Вот и все. Да кто вы такие? Зачем вы это делаете? Заткнись. Поверь мне, ты не хочешь этого знать. Широкая общественность не хочет слышать про это говно. Ты правда хочешь знать? Я предлагаю бургундского. Ты же не хочешь, чтобы это дерьмо осталось в твоей голове? Это отвратительнейшее дерьмище. Скромно, но изысканно. Поэтому послушай мой совет и прикрой свою блядскую пасть. Или что? Убьете меня? Сожрете меня? А я-то думал, ты подключишь свое странное воображение, мандаты тупая. Мы тебе не соседские мальчишки. По-твоему, ты видела настоящее дерьмо? Ты даже не была в детском саду. Да мне похуй на ваши заморочки. Где, черт побери, анализы? Я не собираюсь начинать без них. Что убило кошку? Что убило кошку? Чего вам надо? Это бизнес. Вот что у нас тут. Мы предоставляем нашим клиентам ценность и качество. Разумеется, за социальные и экономические блага. Я мог бы сослаться на литературу. Захлопни свой ёбаный хавальник. Ты, заднеприводный наркоша. Какой бизнес? Какую литературу? Вы мясники! Мясники? Мясники? Ну, может, в буквальном смысле этого слова. Прям в точку. Поцелуй моего пекинеса в жопу! Позовите духовой оркестр! Нам обязательно вести себя как обезьяны, умоляю. Это смешно, это абсолютно абсурдно. Хочешь знать, что это такое? Эти ребята изверги, они наркоманы. Наркоманы. Ни за что в жизни. О да, так жить нельзя. Знаешь что, я устал от твоей гнилой жопы. Дружочек. Они ведь так тебя зовут, да? Интересно. Ты ведь его боишься, да? И все твои ебанутые друзья это знают. Даже я это знаю. Я это сделаю! Я это сделаю! Это не круто. Ты облажался. Давай, сделай это. Ты сделаешь ему одолжение. В чем дело, дружочек? Баба уела тебя? Давай, разруливай. Лучше убей меня нахуй. Все для тебя, милый. Ах ты, мелкое бледво. Я еще не умер, сука. Назад, долбоеб. В доме доктор. Вот как это делается. Ты можешь доверять мне, дорогая. Я доктор. Дорогая? Ну давай же. Дорогая, ты знаешь, мы просто пошутили. Выходи. Прекрати. Назад, блядь. Что смешного?
Это не смешно. Это шутовство. Убери свою задницу. Черт побери, слушай сюда. Когда я тебя оттуда вытащу, я закормлю тебя печеньками. Лиска, 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 Лиска. Вылезай, Сомик. Знаешь, я учую твой запах. Я здесь, чтобы помочь вам. Карл Уэйн Скабарсек, Робстон, Техас. Я ищу свою девочку. Белокожий подросток. Откликается на имя Рэйчел. Если вы видели кого-нибудь, подходящего под это описание, я был бы вам безмерно благодарен. Хорошо. Должен вам сообщить, что у меня лицензия штата Техас на тайное ношение оружия. Мы должны позвать на помощь. У вас есть мобильный телефон? Не имеет значения. Я никуда отсюда не собираюсь. Пусть эти молокососы поберегутся. Стойте, 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 вы там заблудитесь, это похоже на лабиринт. Каждый сам за себя. Стойте, у них есть оружие, прошу, вернитесь. Веселье есть веселье, но осложнения мне не нужны. Yeah.
Да иди ты нахуй, мужик. Держи ее, давай! Черт подери! Ты забитый кусок дебильного мяса, тупая пизда! Да-да-да, док, остановись уже нахуй, док! Док, отъебись меня! Док, ты поднимешь это мясо! Отстань от меня, иди нахуй! Ты мне заплатишь, уебанец! Да-да, теперь твоя очередь, старикашка! Давай, иди сюда! Вот срань! Все в порядке. Это всего лишь небольшое недоразумение. Ты Рэйчел? Да. Я встретила одного странного человека, который ищет тебя. Может быть, он сможет нам помочь? О, чертов Карл Уэйн. Это наверняка он. Единственное, для чего он хочет меня вернуть, только чтобы с моей матерью опять доставать меня. Ты знаешь, как отсюда выбраться? О, нет, 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 все в порядке. Все, что нам нужно сделать, это найти моего парня. Мне просто нужно объяснить ему, что это была не моя вина. Имею в виду, что я практически как их законная дочь. Ты потому, что он думает, что я нарочно сделала выкидыш. Но на самом деле он очень милый. О, это невозможно. Слушай, давай я просто найду его, хорошо? Не делай глупостей. Если откроешь рот, я вырву твои чертовы сиськи нахуй. Хорошо? Пойдем. Спим на работе? Правительственный кусок говна. Дерьмо! Нет-нет! Простите за беспокойство, председатель. Этого больше не повторится. Какого хуя он на себе возомнил? Невкусно. В пизду. Я хочу то, что хочу. И хочу сейчас. И хочу этого дохуя. Угадай, кто, дружочек? Хуяк.
Меня? Я вырубил здесь освещение. Эй, у нас есть что-то общее. Схуяли нет? Потому что скоро все изменится. И ты не захочешь это пропустить, верно? Иногда я кое-что оставляю на закуску. Бывает. Ты что задумал, дружочек? А не съебнуть ли тебя, а? Съебнуть мне? А может тебе съебнуть? Уж точно не мне. Мясо сбегает. Мясо сбегает. Мясо. Лучше беги, сука. А вот и я. Я у тебя на хвосте. Мясо в бегах. Нет! Нет! Поспи, сучка. Вот она глаза вытаращила, да? Неплохо сломал ту сучку. Забавно, конечно. У нас есть над чем работать. Ты же не думала, что у нас нет охраны, да, дорогая? Мы просто забавлялись с тобой. В четверг рано утром на западе Сан-Антонио наткнулись на братскую могилу в заброшенной каменоломне. К настоящему моменту обнаружено не менее 300 обгоревших и изуродованных тел. Местный шериф Иисус Мальдональдо-младший сказал, что убийство похоже на работу мексиканского наркокартеля. По словам Мальдонадо, картель слился с бандами Техаса и контролирует большие участки Южного Техаса вдоль мексиканской границы. Там парень на крыше. Смотри. Думаешь, он хочет прыгнуть? Я позвоню копам. Проснись, проснись, проснись! Она просыпается. Разбуди ее. Я же говорил, это еще не конец. Ты что, думала, что мы вправду дадим тебе уйти? Заткнись! Заткнись, черт побери! Меня уже от вас, наркоманов, тошнит! Вытащите меня отсюда, сейчас же! Вы слышите меня? Я прошу прощения. Мне очень жаль. Хватит с ней говорить. Так не должно быть. Только не так. Это невозможно. Я сдаюсь. Они животные. Какого, блять, хуя? Ты там себе думаешь? Ты не бандит, ты жалкий наркоман. Он думает, он очаровашка. Тебя, блять, только за смертью посылать. Умоляю, сделайте что-нибудь. О, он обязательно что-нибудь сделает. Что? Они меня не слушают. Точно. Я до посинения говорил им. Вы то, что вы едите. И ты чертовски прав. Люди ищут меня. Да никто тебя не ищет, сука. Что ты задумал? Сел. Иди нахуй. Ты не бандит.
Если хочешь знать, в этом-то и проблема. Ты посмотри, что они суют в рот. Эти люди монстры. Посмотри на них. Они дикари. Завали ебало, говнюк. Разве цивилизованное человеческое существо так поступает? Прекрати, придурок. Цивилизация для девчонок. Карлоэн, я буду делать для вас с мамой все, что вы хотите. Только прошу, не бросайте меня здесь. Даже не думай. Да что это с вами? Что это все значит? Это значит, что ты сдохнешь, сука. Нет, нет. Уберите его. Ты этого хотел? Получай. Давайте приступим к шоу. Давайте приступим к шоу. Отстаньте от меня! Что вы делаете? Нет! Пора домой, дорогуша. Пойдем. Что происходит? Жизнь на планете Земля. Это будет прекрасно. Ты же в курсе о своем состоянии? О моем состоянии? Эта девочка... Дорогуша, ням-ням-ням. О боже, нет! Мы избавим тебя от твоего бремени. Нет, умоляю, вы не можете! А вот и можем. Нет! Ничего личного. Нет. Освободите ее. Освободите их обеих. Это еще что за хуй? Вечеринка начинается. Сейчас, на всякий случай, если вы не на все 100% тупые, вы могли заметить, что я умею пользоваться огнестрельным оружием. Живо! Освободите девчонку и отойдите от нее. Действуй! Вот так мне нравится больше. А теперь... Кто из вас, мальчики, испортил мою маленькую девочку? Карлуэйн, возможно, сейчас уже немного поздновато. Они уже отрубили мне верхнюю часть головы. О, какого дьявола? Прошу, уходи! Кто это сделал с тобой? Кто-нибудь, пожалуйста, может уже убрать этого поца? Это будет непросто. Ты задал неплохой вопрос. Давай! Хочешь получить ответ? Ты кто, тугой на ухо? Это был он. Пристрели его! Стреляй! И что ты будешь делать? Смотреть или стрелять? Куда она побежала? Не дайте ей сбежать! Извини, ковбой. Просто это не твое родео. О, нет. Дьявол, не вынуждай меня это делать. Ну ладно. Нет. Ты меня вынуждаешь. Ты заставляешь меня сделать это. Да и черт с ним. Ты обязан жить. Мы любим тебя. Это полиция. Не делай этого, приятель. Вы меня слышите? Сэр, мне нужно, чтобы вы сейчас же покинули здание. Это приказ. Вернись, ты, маленькая. Здесь черви. Вы это едите. Долбаный гамбургер, чувак. Убийца! Око за око! Прыгай, прыгай, прыгай! Отойдите от... Какого черта? У него оружие! Срань господня! Вот дерьмо!
твинки, 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 твинки! Сейчас же брось оружие! Бросай оружие! Этому педику надо было оставаться дома! Бросай! Я ранен. Прошу, помогите мне, пожалуйста. С удовольствием, сударь. Давай! Давай! Быстро, быстро, давай! Пошли, пошли, пошли! Вперед, вперед, вперед! Поехали! Мужик, моя старуха мне задницу надерет. Этот урод подпортил ее машину. Та старушка, да она крутая. Здесь дерьма, чувак, ее даже наши дети боятся. Ты в порядке? У тебя есть дети? Пока нет. Когда-нибудь, когда у тебя будут дети, ты расскажешь им, как два безумных мексиканских парня спасли твою задницу, лады? Спасибо. Что ты делаешь? Право, 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 право! Вот это пиздец, чувак! Не могу поверить, что ты его упустил. Он был прямо перед тобой. Это был предупредительный выстрел. Я хотел его приласкать, а не убить. Я не собирался его кончать, чувак.